Всем привет! Сегодня поговорим о такой важной теме, как осанка, или, как еще говорят, королевская осанка. Это действительно очень важно, в первую очередь для вашего здоровья и для красоты. Смотрите, я вам покажу. Если вы обратите внимание, на улицах, в каких-то учреждениях, большинство людей ходят вот так. Сюда еще добавляется порой лордоз, прогиб в спине, в поясничном отделе. И вот у нас лордоз, сутулость, и вот мы идем. Естественно, это все вызывает привычку. Для человека так очень привычно, вот сейчас показывая вам, мне очень дискомфортно, мне даже здесь немножко больно. А человеку очень даже привычно, он так ходит, он так сидит. Сидите вы в большинстве, так расслабляетесь, какие-то наваливаются проблемы, заботы, хочется скрыться, закрыться. Все это вам в огромный минус. Я очень люблю танцы еще и за то, что они достаточно настойчиво требуют от нас осанку. И мы этим занимаемся и постоянно в себе отрабатываем. Поэтому, в принципе, если вы хотите устойчиво заиметь красивую королевскую осанку, рекомендация вам пойти на танцы. Что еще может вам помочь? Спринг-эластика. Великолепно. Наберите, поищите. Я была на мастер-классах. Это было откровением для меня, было так интересно, выправляли нам. И позже, спустя какое-то время, я пошла на балет, занялась хореографией. И в то время для меня это было откровением, что хореограф стал мне точно так же выстраивать постуру, так же выстраивать тело. И сейчас я вас буду этому учить, и учениц своих я также именно этому и учу. Смотрите. Первое. Подкрутим таз. Вы ягодицами как бы зажимаете его туда сейчас. Зажмите, чтобы почувствовать. Да? То есть вот наше расслабленное состояние чаще всего, у большинства привычное. Подкрутите. А раз. Как помните в том фильме? Все в себя. Служебный роман. Я когда была маленькая, я думала, как-то все в себя, непонятно. И, в общем-то, слышала много раз, что все тоже так думают, мой кружочек, как все в себя. Потом я узнала, вот так все в себя, на самом деле очень просто. Подкручиваете таз, животик подтягивается наверх и немного внутрь, ягодицы опускаются вниз. Вот и все. Так, тут у нас сутулость. Теперь будем исправлять ее. Что нужно сделать? Лопатки нужно свести вместе и опустить вниз. Раз, два. И спереди покажу, что происходит. Вот я сутулая, и я лопатки мышцами спины. Раз. И опускаю. Два. Сразу хочу пресечь вашу ошибку. Видя то, что делают мои ученицы, я предполагаю, что будете делать вы. Наверное, вы стоите сейчас вот так. Нет, плечами не надо себе помогать. Не нужно в плен вводить свои руки. Вы же не хотите вот такая быть, да? Если вы занимаетесь танцами, как я, то ну, это вообще никуда не годится. Плечи ни при чем. Руки ни при чем, только лопатки, мышцы спины. Смотрите, вот так опять я сутулая, и я раз лопатками, два. А руки, смотрите, вот они легкие, свободные, без зажимов они ходят. Даже наверх я поднимаю руки, но лопатки я держу. Мышцами спины я поднимаю руки, осаживаю лопатки, раз, два. Итак, мы подкручиваем таз, лопатки собираем, осаживаем. А теперь между лопаток
засуньте воображаемый кулак. Раз. Вот ваша постура. И смотрите, что мы получаем. Мы получаем красивую фигуру, гораздо улучшенную. То есть вы за одну секунду можете очень сильно улучшить свою фигуру. Вот вы такая, грудь спрятали, живот вывалили, а теперь, вкручивая таз, животик подбирается, и собирая лопатки, и вкручивая кулак между лопаток, мы получаем увеличенную грудь. Ну, кто из вас об этом не мечтает, если вы женщина? Затяните. Вдавите и приподнимите подбородок, ну, примерно параллельно полу. Посмотрим, какая я стала. И уже я буду идти по-другому. Сдерживайте лопатки, тяните их назад и вниз. Старайтесь. Воспитывайте свои мышцы. Итак, вы можете быть вот такая и вот так. Так, еще важный момент. Как вы это выстроите, я вам подсказала. Теперь, если вы не готовы пойти заниматься танцами регулярно или попадете на такие танцы, где, допустим, педагог не уделяет этому внимания, может быть и такое, я же не знаю. По крайней мере, когда я начинала преподавать, я не уделяла этому внимания. У меня не было такой большой информации об этом. Уже позже, развиваясь, получая новые знания, я стала внедрять. Поэтому, опираясь на свой опыт, то, смотрите, я слышала, ну, бывают такие рекомендации, что там встаньте у стены и все такое, прижмите лопатки, поясницу постарайтесь прижать, постойте так 15 минут. Но вот, ну, я о себе сужу, может быть, кому-то вам такая рекомендация хороша. Пользуйтесь. Встали у стены, выстроили, включили фильм, стоите и смотрите. Но все равно, я считаю, что более эффективно совсем другой метод, который использую я. Я его использую уже много лет, и до сих пор я его использую. То есть все равно каждый раз я стараюсь. Потому что все равно хочется вот расслабиться. А если грустные мысли, все это как-то само собой, знаете, наваливается. Я делаю так. Я надеюсь, что вам приходится ходить пешком по улице. Если вы этого не делаете, надо ходить. Потому что когда мы ходим, мы тратим калории. Это бытовая активность. Бытовая активность тратит калории намного больше, чем ваше посещение спортзала. Возможно, вы наивно полагаете, кто ходит в спортзал, что выполнив тренировку, вы так постарались, потратили много калорий, можно снять, скушать вкусняшку. Нет, на самом деле. Больше калорий тратится в бытовой активности, когда вы вот двигаетесь, там помыли пол, туда сходили, в магазин сходили, что-то там порезали, вот что-то суетитесь. Тратится калорий. А трата калорий – это стройная фигура. Чем больше вы тратите калорий и чем меньше вы их употребляете, тем стройнее вы будете. Но опять же, это очень грубо, там система сложнее. В принципе, видео сейчас не об этом, а о том, что я вас призываю ходить пешком по улице. Это поможет вам стать стройнее и обрести хорошую осанку. Что мы делаем? Когда вы ходите на улицу, прежде чем начать свой путь, постройте осанку. Крутили таз, повторяюсь, осадили лопатки, вдавили кулак между лопаток, приподняли подбородок. Все, вы прекрасны. И чтобы удерживать такую позицию, вам потребуются силы и контроль. То есть вы должны все время мышцами это поддерживать. Только вы расслабились, все пропало. Поэтому, удерживая это, идите. Одели осаночку и пошли. Такие красивые, нарядные. Когда вы обретаете, надеваете на себя такую постуру, это само по себе тут же повышает ваше настроение, ощущение уверенности. Это происходит само собой. И нужно свой путь пройти именно так.
постоянно, или, допустим, стоите на остановке, где-то стоите, оденьте, проконтролируйте. Вы же в этот момент ни с кем не разговариваете и можете думать о себе и о своей цели. Если вы последуете моему совету и будете регулярно в своих походах использовать вот эту рекомендацию, то красивая осанка начнет к вам прилипать. У вас сформируется новая привычка, нейронные связи новые, что очень ценно. И вам это будет легче. И со временем вы заметите, не сразу, пожалуйста, трудитесь, со временем вы заметите, что вот в таком положении вам не очень комфортно. Вам хочется как-то выпрямиться. Вот возьмите ладошки в кулачок, ну вместе возьмите, натяните руки назад, вот, лопатки сведите. Вот. Можете вот так вот делать, ну как-то дома. Можете в подъезде. Первое время я ее вот так выдавливала. Раз, 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 одели. Ой, как мне вот очень приятно, я прям кайфую. Одели. И вот так вот раз и пошли. Из подъезда вышли и пошли. И дома, когда вы сидите, может быть, в кафе, общаетесь с кем-то. Сели. И следите, пожалуйста, за своей грудной клеткой, за своими лопатками. Раз. Все. Подбородочек подняли. И вот так вот сидите. Чтобы у вас формировалась привычка. И вы будете выглядеть прекрасно. Ну, сами же видите. Я такая могу быть? Или я такая могу быть? Совершенно разный вид. И независимо от вашего телосложения, вы будете выглядеть за секунду значительно лучше, чем вы выглядите сейчас. Встаньте у зеркала и попробуйте сделать все, что я вам сказала. Все, спасибо за внимание.